Очередной депутатский прием жителей состоялся в Ленинском районе. Его провел помощник-референт депутата Московской областной думы Владимира Жука Александр Серов. На приеме присутствовали также второй помощник депутата Галина Калашникова и юрист Светлана Попова. Вопросы, с которыми обратились горожане, в приемную были самые разнообразные. Текут крыши страшно. Дальше, значит, оголовок с одной стороны с моей рухнул и летит на крыльцо. Дальше, значит, асфальт перед носом моим, который между двух подъездов, покрыт мхом был прошлый год. Я инвалид, жена инвалид, дочь, значит, инвалид. Получить хотя бы одну комнатную квартиру, поскольку у нас очень тесно. У Анатолия Константиновича большая семья, взрослые дети, 3 сына, 2 дочери, 4 внуков. Все они живут в одной квартире в очень стесненных условиях. На приобретение дополнительного жилья средств нет. Просьба жителя Ленинского района помочь ему выйти из этой сложной ситуации. Мы стараемся все вопросы, которые возникают у жителей, приложить максимум усилий для того, чтобы их решить. Но так как отвечает по-любому, понимаете, мы по-любому имеем связь с администрациями местными. Ленинский район, Котельники, Ежинский, Лукарина, Островцы, Илья, Малаховка. По-любому нам приходится обращаться к ним и просить, могут помочь, иначе оказывают помощь. Если нет, если там вопрос стоит так, что его нельзя решить, значит дают ответ. Да, я обратился к Владимиру Петровичу Жуку с просьбой оказать нам помощь в приобретении куличей. Было принято положительное решение. По 10-му одномандатному округу, по которому Владимир Жук избран в Московскую областную думу, сформировано 7 общественных приемных. Среди них и приемная в Ленинском районе. Каждый второй вторник депутаты и его помощники работают в городе Видное. Записывайтесь заранее.